Один царь в стародавние времена захотел проверить ум и наблюдательность царя из соседнего царства. Он послал своему соседу 3 золотые фигуры одинакового вида и одинакового веса. Царю предлагалось установить, какая из этих фигур была самой ценной. Вместе со своими придворными царь внимательно рассмотрел фигуры, но не смог обнаружить ни малейшего различия. Даже мудрейшие из мудрецов его царства не заметили никакой разницы. Царю было очень тяжело осознавать, что в его царстве никто не может сообразить, в чем разница между фигурами. Когда король уже был вынужден признать поражение, один юноша, томящийся в тюрьме, взялся обнаружить разницу между фигурами, если только ему дадут их осмотреть. Царь приказал привести молодого человека во дворец. Юноша очень внимательно их рассмотрел и, наконец, установил, что у каждой из фигур в ухе есть маленькая дырочка. Тогда для проверки он просунул туда тонкую серебряную проволоку. Оказалось, что у первой фигуры серебряная проволока вышла изо рта, у второй – из другого уха, а у третьей появилась из сердца. Подумав немного, молодой человек обратился к царю. «Ваше Величество», – сказал он, – «я думаю, что решение загадки лежит прямо перед нами. Первая фигура напоминает тех, кто спешит рассказать все, что услышали. Вторая фигура похожа на тех, у кого, как говорится, в одно ухо влетает, а в другое вылетает. И третья же фигура во многом схожа с теми, кто запоминает услышанное и принимает это близко к сердцу. Господин, теперь рассуди, какая фигура самая ценная».